Капитальное строительство моста в Колвице началось точно в срок. На объект доставлены необходимые материалы, работает техника. Специалисты подрядной организации обустраивают свайное поле. Но все это пока подготовительный процесс. Развернуться в полную силу строителям мешают запреты. Выполнять масштабные работы по установке опор у берега реки Колвицы нельзя. До 1 октября идет нерест рыбы. Впрочем, как признается представитель компании «Магнит», этот форс-мажор на сроки сдачи переправы повлиять не должен. Ну, вы знаете, мы, в общем, настроены, конечно, этот объект сделать в сроки, так как, ну, не хотим неприятностей, там, ведь это могут и штрафные санкции и прочее, так как мы генподрядчик. Так что настрой у нас такой боевой, закончить этот объект в сроки. И поэтому он так и выразился, что мост легкий. Хотя, есть вопросы с проектантами, мы, значит, разговаривали, тут есть кое-какие конструктивы, хотим, ну, он, в общем-то, на качество не влияет, но на скорость, скажем так, на скорость, да, потому как в зиму делать бетонирование, ну, сами понимаете, это прогревы и прочие дополнительные там затраты и мучения, так как мы живем-то на севере крайне. Вот. Так что у нас в этом направлении главный инженер занимается. Вот. Мы разговаривали по поводу пересогласования на плиты, значит, с администрацией. Надо сказать, что администрация понимает, идет навстречу, у нас особых каких-то, ну, скажем, проблем с ними нет, они идут навстречу, заинтересованы, чтобы мы сдали, ну, в рамках СНИПов, нормативов и так далее. Новый мост возводится рядом со старым. Он хоть и признан аварийным, но горожане, у которых есть дома на левом берегу реки Колвица, им постоянно пользуются. Так что строительные работы не помешают завершению дачного сезона. Опробовать же новую переправу получится лишь к концу декабря. Длина нового моста составит 42 метра, ширина почти 5 метров. Здесь предусмотрены пешеходная зона и полоса для проезда автотранспорта.